Трагедия в Мекке унесла жизни 111 паломников. Еще более 300 получили ранения. Местные власти завершили предварительное расследование причин падения крана на мечеть. Результаты обещают представить публике в ближайшие несколько дней. Пока же отчет выслушал наследный принц Саудовской Аравии. Ситуация в городе между чем нормализуется. По словам властей, ничто не должно помешать обрядам хаджа, которые начнутся с 21 сентября. Чтобы исключить все риски, работы по реставрации мечети будут прекращены на это время. Напомним, среди пострадавших в результате падения крана 11 сентября трое китайцев. Они получили несерьезные травмы. Посол КНР в Саудовской Аравии Ли Чинвэй на днях навестил их в больнице. Он пообещал, что паломники окажут любую необходимую помощь. Эти слова подтвердил и заместитель директора Госуправления КНР по делам религии. С китайскими паломниками работают более 70 членов китайской делегации, 56 медиков. Они обеспечивают их потребности почти во всех жизненных сферах, таких как лечение и оздоровление, безопасность, питание, жилье и так далее.